всем. Когда останется минута, я скажу 60 секунд. Значит, до конца матча осталось 60 секунд. 10. Шестьдесят секунд. Время. На кнопочку мягко до конца нажимаем. Сармат на кнопке. Очко Сармат. Счет стал 2-1. Две минуты. Счет 2-1. До конца 41 секунда. У вас всего две минуты. Должны быстро-быстро все это делать. Шары, маска, форма. Все посмотрели. Чистые должны выйти. Сейчас. Время стоп. Пошло. Минута. Так, сейчас Сармат ближняя база, да, кинжал дальняя.
10. 10 было. Стволы в баннер. Время. Стоп, игра. Все со счетом 2-1. Сармат выиграл. В поле готовятся Файзер Юниор Партизаны. Ребята, штраф накладывается только на одну игру, на один поинт. Да. Вы сейчас опять вдвоем, да, вышли? Правила не читаете? Не знаете? Говорил, первые по расписанию ближняя, вторые дальняя. Файтер Юниор ближняя, партизаны дальняя. Десять.
Руками трогать друг друга запрещено. Судья может это расценить, как будто вы пытаетесь краску стереть. Время. Нажавший на кнопку, да, был пораженный. Штраф один за одного. На кнопке, да, еще два, да. Нет, у нас для наложения штрафов игроков хватило. Все, значит, игра без очка. Игра без очка. Не спешите нажимать на кнопку, вы должны убедиться, что вы живой. Сюда, так, положи, я посмотрю. Внимание, будет две. Игра была без очка. Две минуты. Игра с тех же баз начинается, когда игра без очка, продолжение игры с тех же баз. Минута. Тридцать. Десять. Thank you.
За подсказки пораженного игрока. Игра идет. Мертвые молчат. Никаких разговоров. Я вас предупреждал. Пораженные игроки молчат, не имеют права разговаривать. Игра идет. Время. Где заглушка? Первое командное замечание файтеру за выход без заглушки. Очков файтер юниор 1-0. Наташа, все, маркер стреляет. Там предохранитель был у тебя нажат. Это не электроника, там кнопка предохранитель. Все, он стреляет уже, все нормально. Фидер включаешь и играешь. У тебя курок не нажимался вообще. Ничего, ничего, привыкнешь. Внимание команды, будет 2 минуты. 1-0 Fighter Junior. 2 минуты. Вся смена сторон. Была результативная игра. Когда ничья, то и игроки остаются с тех же баса. Когда результативное очко, тогда меняемся сторонами. Кто готов, выходит. Минута. Минута осталась. Чего вы булки-то расслабили? Игра идет. Наташа вышла, отстреляй, попробуй. Фидер включи. Тридцать. О, волну-то погнали, а? Аж фигура двинулась от ветра. Еще 30 секунд, так вы не булки-то расслабьте. Стойте расслабленно. 10. Вот будет, да, 3 секунды, тогда уже встали нормально. Шестьдесят секунд было.
Время. Стоп, игра. Партизаны, вы же видели, что осталось меньше минуты, и вы проигрываете. Надо побеждать. 1-0, Fighter Junior. Поле готовится кинжал, Fighter Junior. Подождем всех, пока ребята зарядятся. Играет кинжал, ближняя база, Fighter Junior, дальняя. Ко вторнику, ребята, будет видео записи игр. Я выложу ссылочку. Вы можете на себя посмотреть, на свои косяки. Что хочешь? Посудить? Ты можешь предвзято кому-нибудь судить, поэтому... Ребята, у вас расписание перед собой. Вы уже играете. Смотрите расписание. Я 5 раз сказал. Начало игры по расписанию. Первый – ближняя база. Второй – дальняя база. Все это легко запомнить. И не надо спрашивать. Так, команды в поле. Будет 30. 30. Десять. 10 было. Стволы в баннер. Thank you.
Рад, не отвлекай, игра идет. Игра не закончилась еще. Время. Ребята, после команды время, правило, все непораженные игроки замирают на поле. Когда судья скажет, очко присуждено, тогда можно двигаться. А после команды время, все замирают на поле. Очко Fighter Junior. Наташа, это явное поражение, фидер. Ты идешь кнопку нажимать. Не спешите. Посмотрите, попросите товарищей, чтобы вас посмотрели со всех сторон. Только после этого кнопка нажимается. Две минуты. Две минуты было тайм-аута. Время идет. На каждую следующую игру вы должны выйти с чистой маской, формой, оборудованием и с чистой совестью. Время идет. Минута. Тридцать. Десять.
Время. После команды время. Замерли все игроки. Нельзя по полю ходить. Ждите, когда объявят результат. Очко Fighter Junior 2-0. Счет 2-0 до конца матча. 3-31. Две минуты. Так, мы продолжаем. Fighter Junior Кинжал. Счет 2-0. Fighter Junior впереди. До конца матча 3-31. Счет 2-0. Минута 20, тайм-аут. Шевелим булками. Минута. Тридцать. Десять.
Имя? Пораженный из поля уходит с поднятой рукой. Кнопка была нажата. Кинжал на кнопке. Очко, кинжал. Счет стал 2-1 в пользу Fighter Junior. Наташа, надо быстренько бойца одеть, дать ему форму. Я пока время не запускаю. Минуты. Минута. Смена сторон. Дайте канадцу швабру. Десять.
Время. Нажата кнопка. Все замерли на месте, непораженные игроки. Судьи проверяют. Как только будет объявлено очко, все. Очко, кинжал, счет стал 2-2. До конца матча 4 секунды, смысла играть нету. Итак, со счетом 2-2 команды сыграли. В этом случае команды заработали по одному очку. Партизаны Сармат. В поле приглашаются партизаны Сармат. Партизаны ближняя база, Сармат дальняя. Так, Наташа судит. Тридцать. Леха, пофоткай их во время игры мне для протокола. Потом фотки скинешь. Десять было, стволы в баннер. По судьям не стреляем. Смотрите, куда стреляете. А то судья выведет вас за намеренную стрельбу по судьям. Время. Все, молодцы.
молодцы. После команды время. Угу. Очко команда Сармат. 1-0. Две минуты. Все, команды поменялись сторонами. Минута. Десять было, стволы в баннер. Время. Сармат на кнопке, очко Сармат, счет стал 2-0. Итак, у нас в поле играют партизаны Сармат,
Счет 2-0, Сармат впереди до конца матча, 4-0-5. Смена сторон сейчас у нас происходит. Минута. Десять. Стволы в банар. Пораженные игроки идут с поднятым маркером или рукой, обозначая себя пораженным, чтобы вас не валили. Куда без заглушки? Сармат получает командное замечание, второе. За выход без заглушки. Следующую игру Сармат вдвоем.